Выход в финал Кубка Европы 64 года. Это, наконец, выход в полуфинал чемпионата мира. Причем я до сих пор уверен, что обслуживая ту игру другой арбитр, а не Лобелло, сборная СССР вполне могла бы попасть на финал на Уэмбли против сборной Англии. Ну а сейчас посмотрите момент, когда Эдуард Анатольевич Стрельцов забивает четвертый мяч в ворота французской команды. И вот тот самый случай, тот самый момент, о котором я вам говорю. Грубейшая позиционная ошибка и Стрельцов. Вот пас Соснихина просто вперед, в свободную зону. Там никого из центральных защитников. Вот смотрите, где Пиуми. Стрельцов не спеша приближается, да, здесь отчасти ему повезло, безусловно. Но Пиуми даже и не пытался противоборствовать Эдуарду Стрельцову. И он отважно бросился на нашего форварда, но Стрельцов сначала мягенько пытался не просто так пробить, а бы как.